Вот, в машине у меня стоит два вот таких баллона. Сегодня я хочу показать вам, как можно с машины слить газ вот в такой баллон перелить. Вот, берем мы вот такой шланг с переходниками. Переходники я сам себе сделал. Вот, этот купил. Сам вот этот переходничок я купил в магазине. Наконечник тоже переходника я купил в магазине. Ну и также газовый шланг. Газовую трубку пластиковую я купил в магазине. Вот. Сейчас мы открутим вот этот штуцер. И сюда мы закрутим вот этот. Вот этот штуцер. Поменяем их местами. Вот. Перед тем, как поменять штуцера местами, я сначала закрыл вот этот кран. И закрыл на втором баллоне тоже такой же кран. Перекрыл краны. Выработал газ весь с редуктора, чтобы трубки были пустые без газа. И сейчас мы будем откручивать. Вот мы берем ключ. Начинаем. Срываем трубку. Откручиваем. Вот. И как слышите, у нас тут немножко идет газ. Выходит. Это то, что вот все. Он уже вышел. Ну, там маленькие остатки, что двигатель не выработался. Не выработал. Осталось шланги чуть-чуть. Это все мелочи. Вот открутили мы эту трубку. Убираем. И открутили. Сейчас будем сюда прикручивать вот эту трубку. Так. Вот. Снимать неудобно одной рукой. Крутим другой. Вертим. Вот так. Ну и по-хорошему зажимаем. Вот так. По-хорошему зажали. Так, разматываем шланг. Одной рукой снимаем, другой приходится делать. Так, вот. И второй конец мы прикручиваем уже к баллону. Прокладочка стоит, стоит прокладочка. На баллонах резьба левая, на газовых, на всех. Вот. И также ключом затягиваем по-хорошему. Вот так. Так, потом. И потом мы откручиваем кран. Как говорится, с машины пускаем, открываем кран на баллоне. Чтоб у нас газ пошел. Вот. И открываем сам баллон. И как видите, у нас газ побежал в баллон по трубке. Вот видно, как газ перетекает в баллон. Ну вот таким способом
можно перелить газ по трубке. Из баллона в баллон. Вот такая маленькая хитрость есть у нас. Видите, сейчас баллон заправляется у нас 50-литровый газом. Ну, полный, конечно, мы заправить не сможем, так как у нас здесь 50 литров, здесь 50 литров. Мы можем только выровнять. Здесь 25 останется и там 25 останется. Но потом мы можем подключить к этому большому баллону еще. У нас 80 литров большой баллон. И забить еще с этого баллона. Долить газу больше. И получится у нас уже почти 40 литров будет в баллоне. Ну, вот так примерно. Правда, заправлять все это долго. Текет маленькой струйкой. Это может занять где-то час-два, пока выровняется давление в баллонах. Вот. А так, как видите, вот газ перебегает и неплохо бежит по трубкам в баллон. Вот. Ну вот, прошло, наверное, минут 40 где-то, и газ уже перестал бежать по трубке. Это значит, выровнялось. Закрываем здесь баллон и закрываем здесь. Закрываем здесь на машине. Перекрываем. Так, все мы это перекрываем. Вот. И так, все перекрыто у нас, все баллоны закрыты. И сейчас откручиваем шланг. Немножко у нас выйдет газ сейчас. Это выходит газ с трубки, со шланга. Ну, при этом, конечно, надо соблюдать меры безопасности. Не курить, от огня подальше. Ну вот. В баллоне у нас сейчас примерно столько же, сколько и в машине в этом большом баллоне. Вот. Ну вот как-то так. Ну а сейчас мы с вами будем заправлять вот такой баллон. Уже с большого баллона. Сейчас я вам покажу. Вот я приготовил вот такой переходничок. С горелки. С газовой. Оторвал трубку, прикрутил тоже вот такую же штуку, шланг. Здесь тоже трубочка, видно, как по нему идет газ. Вот давайте посмотрим. Сейчас мы прикручиваем сюда шланг, вот этот. Вот так. Опа. Берем ключ, затягиваем. Так. Опа, чуть баллон не упал. Потом вставляем вот сюда баллон. Сейчас поставлю. Вот, поставили так сюда баллон. Открываем теперь сам баллон. И открываем вот здесь кранчик. Ай. Ну, что-то поставил неудобно, вот. О, и вы как видите, газ пошел из большого баллона в маленький. Видите, как он перетекает. Даже слышно. Да. 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 Андрюша, отойди, не мешай папе. Нельзя тут мешать. Ну, маленький баллон заправляется быстро очень, соответственно, большому. Сейчас вот газ выровняется.
Видите, как он перебегает? Бегает? Да. Ну, вот таким способом заправляем маленькие баллоны. Баллоны? Сейчас вот закрываем большой баллон. Перекрываем маленький. Вот. И снимаем баллон. Ой, одной рукой не получается. И вот мы сняли баллон. Сняли баллон? Ну, по соответствию, вот я болтаю, булькаю. Здесь где-то газу, ну, примерно вот так. Не очень полный баллон. Можно его сейчас положить в морозилку, заморозить. И, соответственно, потом еще раз дозаправить, и он будет уже полный. Вот так можно заправлять маленькие баллоны.